Дорогие друзья, продолжаем наш массаж ног сзади, и теперь у нас пятый сет. Мы проработали уже практически все поверхности, стопы проработали, точки пронажимали, да? И теперь такие заключительные движения, завершающие. Растянули отдельно от голени стопу. Помяли ее, да? Прожали точки вот здесь вот. Раз, два. Ну, вы на них попадете, как бы с этой стороны косточки. Не думайте, попали, не попали. Примерно попадете, там человек почувствует немножечко боль. Эти точки отвечают за половую сферу, то есть вы его стимулируете. Еще половая зона и есть сфера, это вот так вот здесь. Эту точку мы массируем целиком, мы просто растираемся. Ну, не точка получается, а зона, да? От этой до этой. Растирая ее. Как бы рисуем улыбку Гвенплена. А здесь глаза Гвенплена. Одновременно нужно. Растерли, прокачали ногу, расслабили ее. Если не расслабляется, можно дополнительно похлопать по икре. Вот видите, что расслабилось, да? И дальше будем разгибать ногу вот сюда. Но при этом делаем мануальную правку колена и мениска. Для этого рука становится прямой, как стрела. Не так, не так, никак не гнется, да? Вот прямой. Упирается по 45 градусов вот туда в колено. Нога пока 90 градусов, да? И мы вот ее накачиваем, накачиваем. Почувствуем, когда расслабились. И потом одновременно двигаем рукой туда и загибаем колено. Вот. Хрустнуло, да? Да. Почувствовал. Встало колено на место. Руку сдвинули сюда. А эту руку с голени. То есть здесь мы давили на голень, да? Сдвинули на экватор стопы, как бы вот верхняя точка, да, вот это вот. И будем давить стопу, вытягивая ее. Уперлись так, чтобы рукой зажать пятку. Вот держим пятку, да? И вытягиваем стопу вперед. Все, расслабься. У кого слабая растяжка, да, у него может быть этот, передняя прямая мышца бедра натянута. Поэтому вот не резко. Не делайте это резко, да, подготовьте сначала человека и потом уже подложите руку. Вот, расслабили ему все из голеностоп, положили ножку на противоположную ягодицу, и у нас открылись вот эти мышцы вместе с камбаловидной, вот, кстати, она видна, да? Вот их отдельно проработали ладонью, кулачком, локтем можно. Согнули ногу в эту сторону. В эту хуже гнется, да? Выпрямили ногу. Подергали, потрясли. Отдельно за стопу берете, чтобы тут тоже хрустнуло. Иногда бывает здесь раскрепощение, здесь и здесь раскрепощение. Во всех суставах. Прям вытягивается нога. Опустили мягко. И теперь кулачками простучали. Так часто мы стучим... Быстро-быстро, да? На сухожилие. Активом. Дальше можно пореже. И, как правило, наше завершающее движение – это всякие похлопывания, пошлепывания, встряска, вибрация. Но, если хотите, можете дополнительно пройтись по точкам человека. Эти точки находятся, как правило, в триггерных зонах, и они достаточно быстро расслабляют определенные группы мышц. Но этому будет посвящено наше следующее видео. Поэтому не отключайтесь, а лучше подписывайтесь на канал и получайте много-много новой полезной информации от Олега Алафа Гудвина. А еще лучше приходите на тренинг, здесь мы вам поставим руки и всему научим. До новых встреч, друзья!